Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ. У нас сегодня ионизатор ИВА 2 Сильвер. Итак, давайте мы разберем и посмотрим, из чего он состоит, как он выглядит. Вот в таком виде. Новый стоит такой порядком 10-12 тысяч рублей. Вот. Некоторые продают его на Авито за 4,5 тысячи. Можно также взять бэушные. Вот. Значит, что вода делает? Она создает щелочную воду, а также кислотную. Значит, кислотная идет в диапазоне от 2 до 3 pH. А щелочная у нас идет где-то в пределах от 8 до 11, можно спокойно сделать. То есть от 8 даже до 11,5. Плюс, соответственно, здесь отрицательная идет у нее отрицательная вода, что очень полезно для организма. Значит, из чего состоит данный наш прибор? Значит, состоит из двух пластин, из катода и анода. И вот такая штучка есть, куда именно серебро у нас прикручивается. И мы можем осеребрять воду. К сожалению, данный стержень серебряный нельзя использовать для ощелачивания воды. Он должен отдельно закручиваться, если мы хотим осеребрить воду, и немножко в других режимах он будет работать. Значит, из чего состоит стакан? Значит, сам стакан идет, резервуар. Далее идет резервуар для кислотной воды. То есть здесь у нас тоже заливается вода. И мы вставляем именно вот этой пластиной сюда, катодной пластины, которая будет у нас ее окислять непосредственно эту воду. Вставляем ее сюда. Здесь у нас идет перегородка. В этой перегородке стоит специальный фильтр. Итак, давайте сейчас я вам покажу, как мы будем. Значит, воду мы используем обязательно, ребята, с фильтра. Сначала заливаем во внутренний стакан воду по риску, который у нас указано вот здесь. Вот эти рисочка. Значит, сюда у нас ушло примерно, как мы видим, где-то 500 миллилитров. Да. И где-то 800 миллилитров у нас составляет основная, где-то у нас щелочная вода. Вот сюда заливаем ее тоже так же полностью по риску. Да, мы используем обязательно воду отфильтрованную и, соответственно, фильтрованную воду заливаем куда надо. Итак, доливаем мы этот резервуар с водой также до риски. Вот он, наша рисочка. Давайте перед началом мы замерим, какая у нас все-таки водопроводная вода, отфильтрованная, какой имеет pH. Итак, нашу воду. Значит, из-под крана фильтрованная вода у нас 7,5 pH. Итак, давайте-ка мы сейчас далее наш аппарат включаем. Значит, ставим обязательно картинкой сюда, к нам непосредственно, да, и вставляем в пазы. Вот здесь, видите, у нас пазы есть ровно. Еще раз показываю вам. То есть вот в разные. И если мы хотим с вами получить более лучший результат, значит, включаем. Ставим в режиме на 30 минут. Значит, смотрите, pH у нас стоит. Здесь еще можно осеребрять воду. Но так как у нас стержень серебра не стоит, мы оставляем pH с вами. И выставляем время, сколько это будет у нас делаться. Значит, от 1 минуты до 30. Значит, напоминаю, что за 10 минут где-то pH становится примерно в диапазоне в районе 10 у нас. Ну, давайте, к примеру, поставим 20 минут, нажимаем play, загорается у нас зеленый индикатор. И, друзья, ждем с вами 20 минут, когда
У нас все это пройдет, и мы с вами замерим уже pH непосредственно, что и как. Итак, друзья, когда вода у нас готова, издается вот такой сигнал. Итак, мы выключаем его. Обязательно, когда у нас мы все сделали, мы стряхиваем и ставим в вертикальном состоянии. Потому что если мы это перевернем, это взорвется, там контакты, здесь плата у него. К сожалению, больше так, ну, к сожалению, так не надо делать. Давайте замерим нашу кислотность. PH. И мы видим, что здесь 3,58 кислотная среда. Так, давайте мы удалим сейчас эту воду и наша щелочная вода, которая считается лечебной, грубо говоря. Видите, как набирается? 10, 10,2, 10,3, 10,6 уже. Так. И это 20 минут. То есть, если мы держали бы сейчас 30 минут, где-то 11,5 мы бы с вами получили pH. Ну, считайте, что 10,8, 11, где-то вот. Ну, сейчас даже, может быть, и 11 там. pH где-то 11, да, щелочная среда. Помните о том, что вода показана щелочная людям, у кого повышенная кислотность. Вот, у людей, у которых повышенная щелочная среда в организме, не рекомендуется данная вода. Можно пить кислотную, там, где мы замеряли. Вот. Всем желаю здоровья, не болейте, друзья. Вы видите, 10,96, то есть 11 у нас pH. Вот. Данила, что ты скажешь нашим подписчикам? Иди на пока. Скажи всем пока-пока, подписывайтесь на канал ДТВ. Подписывайтесь на канал ДТВ, да, скажи? И ставьте лайки обязательно, друзья. Пока!